подходит к завершению опыты по применению с перетяжками производителей. Ну вот на сегодняшний день мы имеем, значит, 30 штук, которых можно назвать товарными. Вот, ну а это, которую еще один или два раза кормить придется. Значит, производителей мы посадили и получили коконы. 5 штук производителей посадили больных, потом 4 отсадили. 19 января они отложили коконы, и 28 тоже. Значит, 1 февраля получили первую нитчатку, кормили 1 февраля, 8 февраля кормили. Ну вот, что имеем. Значит, имеем даже вот такую недоросли, которую, может быть, один раз поели, и все, плохо видно. Ага, вот видно теперь. Этих еще раз или два раза кормить. С перетяжками было всего штук, может быть, 10. То есть, получается, производителей с перетяжками можно применять, но лучше, конечно, не заморачиваться. Значит, завел я на телеграм-канале практикум по постановке пиявок и по выращиванию. Это платные каналы, 1000 рублей в месяц. Кому интересно, приходите. Потому что здесь потихоньку заканчивается все.